Так, обратите внимание, что я хочу сказать. Обратите внимание, я сейчас работаю только ковшом, только один рычаг. Только один рычаг этот, влево. Это набираю ковшом. Обратите внимание вот на этот гидроцилиндр. Итак, обратно. Я работаю только одним рычагом и только на ковш. Не знаю, как у меня получится. Обратите внимание, я работаю только ковшом. Вот это сегодня мне такую работу предложили на таком тракторе. Вот я бросаю просто рычаг и обратно ковш убираю. Обратно. И этот цилиндр ходит туда-сюда. Я к этому, ко второму рычагу не прикасался сейчас вообще. Так, пока все, ребята. Да, GCB-шка, четверка. Ну, об этом потом.